Личные фотографии, грамоты и награды призера 30-х летних Олимпийских игр Серика Сапиева теперь можно найти в Государственном архиве Карагандинской области. Торжественное открытие архивного фонда состоялось с участием самого спортсмена, его тренера и родственников боксера. Подробнее в следующем материале. В областной архив передал мои грамоты с разных турниров, благодарственные письма, в том числе от президента страны, фотографии личные, домашние, спортивные. Вот. Думаю, все это будет храниться. Серик Сапиев, заслуженный спортсмен своего времени, и его жизненный путь должен быть доступен для всех, кто интересуется историей нашей области, считает директор Государственного архива. У нас хранятся очень большая коллекция врачей, коллекция документов первостроителей, шахтеров, первых руководителей области, также документы участников Великой Отечественной войны, документы. Наш архив посещает очень много читателей. Есть у нас читальный зал, приходят студенты, аспиранты, соискатели, ученые, просто люди, которым не безразлична судьба родного края. В честь Серика Сапиева в Караганде назван центр бокса. Спортсмену и его наставнику Александру Стрельникову впервые было присвоено звание почетного гражданина Карагандинской области. Открытие личного фонда в Государственном архиве также имеет немаловажное значение для самого боксера и его наставника. Конечно, мы очень тронуты таким вниманием, такой оценкой нашего труда. Мы даже, когда нам присваивали звание почетного гражданина Карагандинской области, мы были тронуты этим. Конечно, это большая оценка нашего труда. Как будет это влиять на дальнейшее? Я так думаю, что молодое поколение все-таки будет гордиться достигнутым результатом Серика и будет равняться ему. И не просто понаслышке, а всегда будут увидеть, всегда будут посмотреть. Под названием «Национальная гордость Казахстана» была презентована фотодокументальная выставка, посвященная соратникам и родственникам боксера. Небольшой фильм про известного в СССР боксера Бактая Сапиева, дяди Серика, теперь тоже будет храниться в Государственном архиве области. Сам же спортсмен выразил благодарность за оказанное внимание. Спасибо акимату Карагандинской области, областному архиву за то, что открывается фонд Серика Сапиева, останется в истории. Надеюсь, и дальше чем-то быть полезным государству, пополнять фонд. Спасибо всем. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.